Ассаламу алейкум ва рахматулла. Присоединяюсь к акции Крымской солидарности, стань их голосом в поддержку белогорских ребят, несправедливо осужденных. Иншаллах, в ближайшее время вся эта несправедливость раскроется. Да Аллах сабр ребятам. И все обвинения, все ярлыки, которые были повешены на ребят и на всех политзаключенных, это все ложь, навешанная Россией на мусульман Крыма для того, чтобы очернить честных, справедливых, добрых людей. Иншаллах, пусть Аллах им даст сабр их семьям и всем иншаллах семьям политзаключенных, которые находятся сейчас в застенках российских тюрьм. Дай Аллах, в ближайшее время мы все сможем встретиться в радостной обстановке с семьями